же хорошо, что твой папаша не в курсе. Всем привет, меня зовут Андрей Калашников, и сегодня мы снимаем новое видео в торговом центре. Сегодня я, возможно, вам покажусь немного похотливым таким самцом, который чего-то хочет от девушек. Такого вы еще не видели от меня. Сегодня мы узнаем, на что готовы девушки, чтобы получить бесплатную халявную татуировку. Вот такой вот замечательный плакатик. Поцелуй меня и получи татуировку. Если девушка согласится поцеловать меня, я дам ей сертификат на 1000 рублей. Предлагаю. Есть вариант халявный тут получить, нет? Привет. Слушай, подожди. Есть предложение, короче, ты меня целуешь, а я за это тебе даю сертификат на что-то в студию. Ты делала татуировки? Да. Окей, конечно. Смотри, нужно поцеловать меня. Я тебе дам сертификат. Ну, можно для начала в щечку, а потом уже не в щечку. Ладно, окей. Да, сначала в щечку. Хорошо. Ты готова? Ладно, давай. Все, это сертификат твой. Поздравляю тебя. Молодец. Проверный прием. Он нужно будет. Мы тебя не обманули, там он лежит. Да, спасибо. Спасибо. Пока. Офигеть. Мой первый поцелуй в жизни. Точно? Ты уверена? Да, мне химчистка нужна. Ну ладно, хорошо. Ей нужна химчистка. Бегом, бегом. Пожалуйста. Я с тобой пойду. Ребят, такая проблема. Мы вот начали снимать в торговом центре, где я стою с плакатом. Охрана для нас к нам пристает и говорит, чтобы мы убрали этот плакат, что это какая-то рекламная деятельность и тому подобное. Поэтому я решил просто подходить к девушкам и предлагать им сделать татуировку за поцелуй вместе с нашим сертификатом. Мы сейчас пытаемся найти вот. Стой. Привет. Привет. Стой, подожди. Идем здесь, вот бьет машина. Подожди, тебе нравятся татуировки? Да, нравится. У тебя есть татухи? Да. Пирсинг там? Татуировки. Отлично. Ты наш клиент. Смотри, есть возможность получить татуху или пирсинг бесплатно. У меня есть такой сертификат. Ну, такой вот тату-салон, калашников тату. Вот. Нужно меня поцеловать. Ты меня поцелуешь, я тебе даю сертификат. Татуировку равно поцелуй, все просто. Ты просто меня целуешь, и все отлично. У меня мужчина есть. Мужчина есть? Да. Блин, мужчина тебе такую машину купил? Что ты сделала, чтобы я тебе купил? Давай, я дам тебе сертификат, мне поцелуешь. Мы можем запикселить твое лицо, ну, то есть пиксели, квадратики, и тебя вообще видно не будет. Ну, там чуть-чуть сам буквально, ноги, не знаю. И ты меня поцелуешь, и никто не узнает об этом. Ты получишь татуху. Увидимся потом у нас в студии, поржем, как это было весело. Да давай, соглашайся. Точно будет? Да, мы запишем, честно. Если что, ты нас подашь на нас с авторскими правами. Щечку, да? Ну нет, не щечку, не щечку. В смысле? Ну можешь сначала щечку поцеловать, разойти. То есть прелюдия, да? Ну прелюдия, да, прелюдия. Ты хочешь сертификат? Давай, ты готова? Нет, я не готова, но... Давай, ты поцелуешь щечку меня, а я поцелую тебя в губы потом. Я расстроюсь. Он так нежно целует. Готова? Да. У тебя такие руки холодные. Как тебе подобраться там? Вам понравилось? Ты меня здесь, походу, ждала, да? Держи, я здесь призрак твой. Спасибо большое, что ты поучаствовал. Ты очень вкусная. Все, меня засмущали. Молодец, крутая. Е-е-е. Уже две девушки в моих губах. Все, пока, увидимся у нас тут. Нет, это темно. Надо других искать. Идем других найдем. Пойдем, пошли. Девчонки, привет. Ты ровно поцелуй. Точно? Ровно поцелуй, нет? Ты поцелуй, нормально.
Спасибо. Одна замужем. Вон идет. Отлично, отлично. Хочешь татуировку за поцелуй? Я вообще не хочу татуировку. Не хочешь татуировку? Окей, можно потратить на пирсинг. Давай. Мы сделаем винти сертификат за 1000 рублей. Все купили. А поцелуй? Нет. А, нет, так и не буду целоваться. Почему? Всего лишь один поцелуй. Нет, это же интимно, лично. Интимно, лично? Ты не готова? Нет. Точно уверена? Шанс есть, ты вот там тоннели растянешь больше. Точно уверена? Ну, извини, что отвлекла. Привет. Стой, не торопись. У тебя есть татуировки? Нет. Вообще ни одной? Ни одной. Хочешь татуировку? Ну или пирсинг, прокол. Возможно. Не убегай, все нормально. Все хорошо. А ты хочешь татуировку или пирсинг? Возможно. Но смотри, есть возможность. Ну, на татуировку нужно копить, там что-то откладывать, возможно. Ну, я не знаю, как ты себя там, как тебе по финансам, есть вариант сделать все бесплатно. Как ты на это смотришь? Бесплатно ничего не бывает. Это правильно. Нужно, смотри, есть сертификат в нашей студии татуировки. И ты можешь его получить, если ты меня поцелуешь. Ну, маленький поцелуй просто. А куда? 3 секунды. Куда ты хочешь? Куда угодно, в живот. Ну, можно начать, например, ты меня поцелуешь в щечку, а я тебе поцелую в губы. Нет. Точно нет? Уверена? А на сколько сертификат? Такая. Ну, на 1000 рублей. 1000 рублей это, нормально. Ну, 1000 наличных, нормально. Как бы тут наклеечки еще есть на телефон, да. Вот. А, ты согласна? Давай. Ты меня целуешь или да. Я тебя? Давай, почему меня. Давай ты меня поцелуешь. Еду почему в щечку? Нет. Ну такие маленькие губы. Держи, я сертификат твой. Спасибо. Ну повада. Сокройся мое лицо. Спасибо, что поучаствовал. Приходи в нашу студию. Мы будем тебя ждать. Проколемся, что-нибудь только сделаем. Руки дрожат. 64? Да, ты далеко не только живешь? Нет. Очень далеко. Азина. О, мне постоянно везет на девочке из Азина в последнее время. Привет, Кори. Хочешь татуировку? Нет. За поцелуй всем водишь. Ну, уверена? Привет, хочешь татуировку? Нет. За поцелуй. Нет, хочешь нет, поцелуй? Нет, тебе нет, не нет, нравится? Нет. Точно? Нет. Уверена? Хорошо. Андрей, вон на эскалаторе. Привет. Привет. Смотри, есть вариант сделать бесплатную татуировку. Нужно? Вот нет, плакатик такой я подготовил. Нужно поцеловать меня, если ты хочешь татуировку. Как насчет поцелуя за татуировку? Да. Просто поцелуй. 3 секунды поцелуй с, не знаю, стандартный поцелуй, без языка. Раз уж кто-то пошло. Потом идем, не будем мешать людям. Идем поговорим, не бойся, все нормально. Татуировку бесплатно или пирсинг там вот у тебя ухи. Ты хочешь сделать татуировку или тоннели, например, тебя вот растянуть, у тебя есть тоннельчики. Всего лишь поцелуй, маленький поцелуй. Ты готова? Татуировка. Ну, татуировку, ладно, мы дадим тебе сертификат на 2000 рублей в нашу студию. Я могу ее потратить либо на пирсинг, либо на татуировку. Да, или прокол можешь сделать, либо пирсинг, либо татуировку. Ты готова? Ну давай, чего ты не ломаешься? Давай, идем. Ты готова? Давай ты мне поцелуешь, чтобы я на тебя не наезжал как-то. Там она стесняется, ну что? Ты готова? Поцелуй сам. Точно? Да. Все, все, все. Ладно, окей, поздравляю тебя, сейчас вручим тебе сертификат. Ты классная. Как у тебя эмоции? Без комментариев. Хорошо. Итак, наше видео подошло к концу. Как вы поняли, некоторые девушки соглашались, некоторые нет. В общем-то, четверых, по-моему, я поцеловал.
Вот, в общем, моя девушка не против, это было прикольное видео, я потанцевал на столе, это интересный опыт для моего канала, надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, пишите обязательно комментарии, свое мнение о девушках, о всей этой ситуации, что вы думаете, и подписывайтесь на канал обязательно, до новых встреч!